Йоу! Елочка. Елка, браво, дальше. Салют. Это фейерверк, что-то вроде того. Ну, только мельче. Салют, наверное. Праздничный. Хлопушка. Еще. Синоним хлопушки. Ну, конфетти какой-нибудь, что-нибудь такое. Хлопушки, хлопушки. Бабах. Фейерверк, нет. Как называется хлопушка, которую под ноги бросают? Китайский. Петарда. Петарда, браво, дальше. Просто это было давно. Китайская, да. Убил кого-то. Ранено. Нет, похоже, ранено. Это... Ранение. Куда пошел он после этого? Травмпункт, да. Браво, это... молодцы! Я тебя не вижу, Ираклий, прости, пожалуйста. Стоп, ближе, встань вот, ага, молодец. Чуть ближе к этой тряпке. Но... Уже. Показывай, показывай. Не видишь ничего? Кто-то очки? В очках. Кто-то в очках? Кто бывает в очках? Ну, слепой, наверное, какой-нибудь. Кто в очках? Ученый, врач? Кто? Давайте дальше. Давайте дальше. Это был профессор Плейшнер. Он единственный ходил в очках. Это дальше. Плейшнер был? Плейшнер? Вот сейчас. Бильярдист. Браво, бильярд! Ой, не берись, бильярд. Дальше. Это паровоз. Паровоз. Так. Топка. Да, а он кто? Ну, машинист. Нет, не машинист. Ну кто? Истопник. Нет. Ну как еще? Как ну, называется? Передвижная баня имеется в виду, да? Железнодорожная. Кто в поезде делал это? Кочегар. Кочегар, абсолютно точно, дальше. Обезьяна, орангутан, шимпанзе. Что это такое? С хвостом какая-то фигня. Животное с хвостом. Собака. Собака, браво, Ираклий, молодец. Ну, ненормальная собака. Какая по-другому еще? Бешеная. Бешеная, отлично, дальше, успей!